Вот мы сегодня работаем на огороде, на этом. Вот Тарасий стоит. Все время что-то все стоит, еле работает. Ленивый парень растет. Девочки, стоять не надо. Для вас, для перерыва был для этого. Вот у нас Тимофей молодец. Ходит, собирает жучков красненьких, полосатеньких. Брат Сергей Пупков тоже уже вот заканчиваем. Последний рядок остался, картошку протяпали. Ну как протяпали, от сорняков. А потом уже будем окучивать ее. Подсохнет трава тут. Собирает маленький стаканчик, потому что им неудобно, в тазы обычно собираем. Они из этого стаканчика не вылазят. Не могут. Потому что стенки скользкие. Они туда не могут вылезти. Тарасий, аккуратно, только аккуратно. Морковку не сруби там. Ну, показывайте результат своей работы. Пока никакой. Ну, таковы вырезали. Да. Таковы вырезали. Таковы вырезали. За это. Так что просто пироговые суды. Вот. Сколько их тут расплодилось-то. Ну, Нестор, что у вас там? Да вот пока. Траву-то убирайте, лишняя не нужна. Отряхивайте только, чтобы без жуков было, и убирайте ее. А то банка быстро заполняется с травой. Вот уже вот тут собирали. Ну это уже предыдущие собирали. Вот они собираются тут. Что сделаешь? Такова их участь. Как в Писании написано, что в Доме Божьем есть сосуды для почетного употребления и непочетного. Ничего не сделаешь. Такова и, как говорится, роль здесь на земле. Вредить, а мы их будем уничтожать. Здесь вот у нас морковочка-то. Матушка посоветовала посадить так. Чтобы удобно, говорит, можно было потом тяпкой проходить. Ну и значит, что-то не понравилось идея, конечно. Ну и мне тоже не очень. Ну, ничего. Вот здесь вот проходит, а там вот у нас девочки пропололи дыньки, видимо, пропололи уже. Сейчас перешли на чесночок. Чесночок тут у нас. Тут матушка все посадила, и кабачки посадила, и картошку, и чеснок, и капусту, и лук вот тут растет тоже, и кукуруза. Это матушкина все работа. Она любит, говорит, когда у нее все много всего, разные культуры растут. Вот где картошка, там и кукуруза. Где картошка, там и лук. Тут даже она умудрилась посадить цветочки. Чтоб ты когда работал, цветочками радовался. Да, мы так рады этим цветочкам. Подсолнух. Ну когда прополите, будете рады. Здесь вот, а здесь уже тыква посаженная. Тыква не сдается, она кого хочешь пересели. Ну, даже тут вон свеколка есть. Грядка небольшая с свеклой. Вот капуста, лучок. Видишь, кукуруза больше всего радует глаза. Ну, даже здесь вот капусту посадили. Тут участок был малинник сделан, старый, дикий. Вот, а брат Никита Колесников, когда здесь еще жил, по весне все вырезал ее. Вот весь этот участок был в малине. Вот. Все это он вырезал, видимо, не один день тут трудился. С
спаси Христос его. А потом уже он уехал, и мы, когда тракторист пахал, сюда его попросили заехать. Он заехал и перепахал тут все, корни все эти малинные. Все это повытаскивали. Ну, кое-что, конечно, осталось, все сразу не вытащишь. Вот. А земля здесь мягкая, потому что Деви Павел, когда жил, брат Игнатий Иванович, он держал скотину, постоянно здесь он улаживал. Земля просто пух. Тут все хорошо, все растет. О, так там даже, смотрю, даже дыньки есть. Вот тут вот маленькие. Это подсолнух. Ух ты. Вон даже какая дынька есть. Это радостно, радостно видеть. Как некоторые говорят, старое слово благостно. Благостно, благостно. Так. Тыква тоже еще только завязывается. Ну, когда пойдет, так не знаешь, куда потом ее девать. Тыкву. Мы иногда даже увезти не можем, потому что места не хватает в машине. Второй раз уже слишком накладно ехать. 150 километров. Все-таки большое расстояние. Больше денег уйдет на горючее. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.